За инструментальное выканаўчае мастацтва сустракаем яе наступнага ўдзельніка. Зараз скарыць сэрцы журы паспрабуе самая маленькая ўдзельніца намінацыі Сафія Курловіч, 7 гадоў, горад Салігорск. Сафія з 4 гадоў грае на фартэпіяна і ўжо здолела стаць стыпендыятам міжнароднага дабрачыннага фонду Юрыя Розума і лаўрэатам першай ступені міжнароднага конкурсу джазавай эстраднай музыкі «Джаз Тайм». Я хочу стать артисткой и добиться своей цели. Я буду ездить на всякие конкурсы и побеждать на них. Она усидчивая, целенаправленная. Если вот она что-то захочет, она, значит, над этим произведением будет работать часами. Саправдное музычное захопление девчинки – это джаз. А кроме занятков на инструменте, девчинка так само учится джазовому вокалу. Мое такое профессиональное ощущение, интуиция, что эта девочка будет артисткой. Но со стороны на сцене, мне кажется, это вообще не мой ребенок. И иногда вот гримасы начинают корчиться. Она все, вся в музыке. Надо стараться и стараться и стараться. У крэсле эксперта Сафію Курловіч сёння падтрымлівае старшы выкладчык кафедры спецыяльнага фартэпіяна Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Алена Вашкевіч. Сафія Курловіч і яе джаз-бэнд.